Итого, подводим итоги. Установил радиатор шевинива со стороны водителя по трубке вниз. Родной воздуховод. Вот такая вот беда. На место не подошел. Потому что я трубы решил провести через то место, где он стоял как раз. Вместо него поставил воздуховод воздушного фильтра от десятки. Это вот такая гофрированная труба. Так, от десятки даже лишних сантиметров 5 еще отрезал. Воткнул на место. Маленький зазор остался, заделал его герметиком. Выгнул по оставшемуся месту. Сел прекрасно, практически ничего не смялся. Вышел в нужное место, как раз в ноги. Дует прекрасно, как из пушки. Так, положение в ноги. Первое положение. Ух, зажигание не включил. В первом положении. Во втором положении. Бумажку положил специально, чтобы видно было поток. Дует вообще прекрасно. Греть стал, по моим ощущениям, даже лучше, чем тот, который стоял с завода. Пробег порядка 60 тысяч километров. Так что, кстати, вот это место немного не прижимается, не садится на место, упирается в патрубки. Но винтом зажимается, ездить не мешает. Все прекрасно. Так что, извините, если чьи-то эстетические чувства оскорбил, но герметик есть герметик, как получилось. Ничего нигде не сифонит, дует туда, куда нужно.